собственным глазам. Доктор Гордон Фриман собственной персоной. Вы как раз вовремя, док. Нам нужно уйти, пока комбайны нас не обнаружили. Мы как раз готовимся сняться с места. Поспешим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фриман! Я покажу вашу задачу. Вот, взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Ну вот и мы. Мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Илая. Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Прощайте, доктор Фриман. За свободу! Задайте им жару, доктор. Опасный уровень радиации.
Thank you.
Так, это человек. Ау, расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в Дни их величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас к Элаю. Он мне не простит, если я вас задержу. Нам точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу, но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями? Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Так о чем это я? Ах, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство, так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Элай. Молодец, продолжай в том же. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя. Господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это удается? Так-так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома. Доктор Фримен, вы должны остаться с Элаем. Я скоро к вам присоединюсь. Идите же, доктор Фримен, побудьте немного с Элаем. Я еще поработаю и вернусь. Джудит хороший ученый и претендовала на твое место в черной мезе, но ты обошел ее благодаря своему инсбрукскому опыту. О, Гордон! В Ортигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Посмотри-ка на это, Гордон. Thank you.
я-то думала, ты на посту. Вортигонты отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. Вот мы и пришли. Это свалка. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами, но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Первый рычаг выбрасывает разряд, и можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду апорт. Пес, ко мне! Хороший песик. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так узенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравипушка. Давай, пес, бросай! Молодец! Бросай еще, пес! Отлично! Еще раз, пес! А
пес, бросай! Потрясающе! Пес, принеси мячик! Нет, пес! Фу, фу, песик! Брось, брось это! Пес, что такое? Боже, что это было? Сканеры! Комбайны защищают территорию! Надо вернуться в лабораторию, Гордон! Слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Возьми ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Давай, Гордон! Пошли! Тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Mm-hmm.
сказано, что они заражены тем тем. Существуют во плоти, но в которых нет света. Они пылью супротив ветра. Пусть ангелы шипят с ним любимых. Но кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать.
Отлично, брат мой! Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них! Сзади! В Ревенхолме нужно быть бдительным! Ты лучше, Григорий. Ты уже встречал мою паству. Ты, брат, прощение. Но ничего страшного. Это цветочки для тебя. Thank you.
Черкан. Сюда, брат! Подойди ближе. Ты расшевелил ад. Это мне по вкусу. Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови! Хорошо, держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Целься в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. Будь ты проклята, дитя!
исчерпан. Обнаружена ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Оставит тебя свет! Обрети же истину! Запас исчерпан. Запас исчерпан.
Вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой. Держись, брат. Еще немного, брат. Давай, брат, залезай в люльку. Ручник, брат, сними его и спускайся. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Ты сделан человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат, и ступай легче, ибо это священная земля. Держись ближе, брат мой. Thank you.
можно? Освободись, дитя! Крови обнаружено ОВИ. Боезапас исчерпан. Осторожно, брат! Поторопись, пока я держу ворота! Прощай, брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет! Спаси же свою душу! Thank you.